Председатель правления акционерного общества «Самрук Казана» Умирзак Шукеев встретился с главами малазийского холдинга «Хазанах» и сингапурского «Тимасек». Они заинтересованы в расширении сотрудничества с Казахстаном. Малазийцы проявляют интерес к нашим активам в сфере энергетики и инфраструктуры и готовы вложить финансовые средства. А сингапурская компания желает участвовать в инвестпроектах химической отрасли, в частности, по созданию химических парков в Атырау и Шу. Они имеют большой опыт в реализации стартап-проектов, могут развить бизнес и довести его до коммерческого уровня. Поэтому мы провели переговоры о том, чтобы создать специальную компанию для оказания помощи стартапам у нас в Казахстане. Есть и другие договоренности, которые совместно мы сможем осуществить.